Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Липовое озеленение. Что скрывает варварская опиловка деревьев в областном центре? Некомфортная среда. Почему современные технологические услуги не приживаются в Саратове? День России. А что саратовцы отмечают 12 июня? В этом году в Саратове продолжилась варварская обрезка деревьев. Опыт, который пару лет назад протестировали на улице Рахова, расползается по всему городу. Фото трудов горе-озеленителей заполняют социальные сети. Под топор нередко идут деревья, вполне себе здоровые на вид. Хотя власти и уверяют нас в обратном. Взамен утраченных зеленых насаждений областной центр обещают засадить липами. На эти цели потратят более 6 миллионов рублей. Фирма, которая выиграла соответствующий конкурс, общество с ограниченной ответственностью, Поволжская лаборатория «Экспертиз». Зарегистрированы поставщики лип в Тольятти. Причем озеленители из Автограда сами саженцы не выращивают. По информации из интернета, основной вид деятельности связан с судебными экспертизами. Любопытно, что и в списке дополнительных работ, которые готова исполнить организация, не находится ничего, что так или иначе было бы связано с озеленением или благоустройством. Хотя в том же перечне можно найти, к примеру, розничную торговлю мясом и мясными продуктами, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания и даже подачу напитков. Липы двум предприятиям Саратова, службе благоустройства города и МБУ «Дорстрой» необходимо поставить до 30 ноября. Деревья рубят, ветки летят. Похоже, звук работающей пилы стал музыкальным сопровождением этой весны и начала лета. Полным ходом идет вырубка деревьев во всех районах города, а вслед за ней липовое озеленение Саратова. Липы на Рахово, липы на Волжской, теперь вот на Астраханской. В общем-то, неплохое дерево, по мнению профессора Саратовского аграрного университета Ольги Сокольской. Однако высаживать его на оживленных и загазованных улицах значит обрекать дерево на болезни и тяжелую адаптацию. В таких условиях экстремальных ей очень тяжело. Липу лучше высаживать в парковых зонах, скверах. Она будет нормально расти. Но вот на такой проезжей практически части нет. Высота, в принципе, нормальная, то, что это крупномер, это все замечательно. Но деревья должны быть сформированной кроной обязательно. Сейчас это просто метелка где-то наверху и кое-где ветки. Притом часть из этих веток уже отмирает. Поэтому стричь как бы это дерево не очень хорошо в данный момент. Ну, то есть она уже должно быть сформирована. И такие деревья продаются, конечно. Притом высаживали их достаточно в жаркое время. Обычно посадочный материал высаживают все-таки до мая. Добрались липы и до Волжской. Но прежде усилиями городских коммунальных служб здесь пошли под снос вполне молодые и здоровые каштаны. О деревьях, дающих тень, заботились местные предприниматели. Но под пилу попали и здоровые экземпляры. Теперь вместо них торчат саженцы лип почти без боковых ветвей, от которых тени можно ждать лет 10, если они, конечно, выживут, поскольку системы автополива на Волжской нет и не будет. Подрядчики уложили такой слой бетона, что обустроить автополив стало невозможно по техническим причинам. Вообще, случаи, когда бизнес берет на себя функции по сохранению зеленых насаждений и благоустройству территории в Саратове, не единичны. Вот еще один пример – угол Лермонтова и Московской. Это дерево сохранили при строительстве двух новых зданий. На старых фото этот перекресток выглядит так. Дерево торчит буквально из крыльца. А сейчас и растение цело, и защищено, и тротуар для пешеходов стал шире. Правда, от росчерка чиновничьего пера никакая защита не спасет. Есть и противоположные примеры, когда на месте зеленого уголка вырастает, к примеру, базар, как это произошло на улице Одесской. Занимаемой территории торговцам, видимо, оказалось мало, и сейчас палатки уже отъели значительную часть тротуара. И все это творится в паре кварталов от администрации Ленинского района, то ли с одобрения чиновников, то ли от их неведения. Ну, не уследили.
все силы брошены на озеленение. 500 лип, каждый из которых стоит более 12 тысяч рублей, необходимо освоить, то есть посадить, а неподходящие условия или плохой уход – дело второе. Очень много неудовлетворительных для деревьев, будем говорить, условий. Это и покрытие асфальтом, это малая питательная среда у них под деревьями. Иногда бывает, что это всего-навсего квадрат метр на метр, хотя положено хотя бы 2 на 2. Ну и многие деревья, которые ценных пород, высаживались не в тех местах, где это бы следовало. Поэтому сроки их жизни резко сокращаются. Это мы видим и на примере каштанов на проспекте Кирова. Влияет, конечно, и то, что уход тоже недостаточный. А это архивные кадры уже всем известной улицы Рахова, на которой приверженцы радикального ландшафтного дизайна высаживают все те же липы и рассказывают о том, что совсем скоро здесь будет город-сад. У нас были здесь представители нашей комиссии по сохранению зеленых насаждений. По их рекомендациям, по всем условиям, эти все моменты соблюдены по посадке. То есть эти деревья, они у нас в горшках, специально для посадки в любой период. Прошло больше года, мы на том же месте. Как минимум половина деревьев погибла. Тени летом на этом участке урбанизированного сквера, судя по всему, еще долго не предвидится. Здесь раньше так красиво было. Было много зелени, кустарников. А сейчас как-то все голо и пусто. Не те деревья убрали, которые надо было. А новые они долго расти будут. Так что... Денек долго искали? Ну нет, нам повезло, потому что еще, как говорится, все на работе, да, и не так оживленно. А так, конечно, на жаре сидеть некомфортно. А вот как выглядят деревья после варварской опиловки на углу Чернышевского и Шелковичной. Знатно попилили, не правда ли? Середина июня, но ни одной живой веточки на них нет и уже не будет. Как признаются сами рабочие, массовый процесс сноса деревьев в Саратове объясняется тем, что оплата за них идет по кубометрам спиленных веток. Фактически городские деревья приравняли к дровам. Так каждое спиленное дерево в зависимости от диаметра ствола оценивается согласно тарифам на платные услуги службы благоустройства города от 560 до почти 3000 рублей. Ждать тени на улице Комсомольской этим летом тоже не приходится. Это останки деревьев после очередного лесоповала. Вообще листья нужны деревьям для того, чтобы это процесс фотосинтеза и питание всего дерева. И если убрать все листья практически, то дерево погибнет. Оно сейчас будет бешено биться за свою жизнь. Оно дает жировые побеги, так называемые, то есть может дать какие-то побеги. И на следующий год оно засыхает. Это вот стандартная ситуация с тем, что происходит после кронирования. Такое впечатление, считает директор ландшафтной компании Ольга Колесниченко, что зеленым насаждением в Саратове объявлена война. Да, озеленение города необходимо, но прежде чем рубить с плеча, нужна инвентаризация всех насаждений и профессиональный городской дендроплан, чтобы понимать, где рубить, а где сажать. Город требует тех растений, которые могли бы прижиться в городских условиях. Это такие растения, как ясень, тополь, вяз, клен. Это стандартное растение для городского озеленения, липа в том числе. К сожалению, не используются крупные кустарники, такие они кустарники-деревья, такие как черная бузина, ирга, боярышник. Они могут использоваться там, где какие-то вот сплетения проводов или какие-то трубы, и где нужны растения ограниченного роста. Напомним, правила благоустройства Саратова, принятые в конце прошлого года, включают и обращение с зелеными насаждениями. Над документом работала группа экспертов, юристов и общественников, предложившая цивилизованный подход к озеленению города. Но правила приняли в урезанном виде. Пилить деревья там, где хочется чиновникам, они не мешают. С учетом грядущей реконструкции проспекта Кирова, растущие там деревья имеют все шансы разделить печальную участь своих собратьев соседних улиц, и еще до осени проспект может стать лысым. Что касается озеленения, то, во-первых, 31 дерево только меняют. Весь облик проспекта меняется.
то, соответственно, нужно менять и озеленение. Но, опять же, крупномерные посадки с формированными кронами сразу, чтобы это было смотрелось как архитектурный образ. Заметим, что правила по озеленению предусматривают создание специальной комиссии, без разрешения которой в городе вообще не должны ничего пилить. Кто согласовывал нынешние абсурдные опиловки, остается непонятным. Что делать горожанам? По мнению специалистов, столкнувшись с фактами грубой опиловки, следует подавать сразу два заявления – в администрацию города и областную прокуратуру. Тогда работники надзорного ведомства проконтролируют, чтобы чиновники вовремя реагировали на обращение граждан, соблюдая при этом законодательство. До Саратова добрался велошеринг. Новая современная услуга в данном конкретном случае пришла к нам с юга, из Сочи и Волгограда. Как, наверное, и уже примелькавшиеся на улицах желтые велики. Электронные сервисы Яндекса, службы доставки готовой еды, интернет-площадки по продаже автомобилей и недвижимости, повсеместное проникновение интернета, умные дома, оплата по картам, каршеринг, голосовые электронные помощники – и куча других современных фишек, которые сделали нашу жизнь проще и комфортнее. Все эти вещи – атрибуты современной жизни в мегаполисах. В России многие из этих чудес давно стали обыденностью, к примеру, в столице и крупных городах. В нашем регионе они приживаются тяжело, и дело даже не в менталитете обывателей, которые в основной своей массе весьма консервативны. Важную роль в продвижении и распространении различных техноновинок играет, конечно же, экономика, а с ней в Саратовской области в последние годы как-то не очень. Падение уровня доходов, сокращение численности населения, массовый отъезд перспективной молодежи в другие регионы. До каких уж тут технологий. 2 года назад власти Саратова активно обсуждали так называемую стратегию развития до 2030 года. Но за это время мы так далеко шагнули, что у нас нет даже Wi-Fi в общественных местах. Невидимый в переносном, но так и незримый в прямом смысле слова сервис. Возможность бесплатного подключения к сети интернет короткое время была в парке Липки. Объявления об этом висели вдоль аллеи. Теперь гуляющим здесь отказано не только в Wi-Fi, но и в посещении культового места с собаками. Хотя в крупных городах беспроводная сеть есть даже в общественном транспорте. На эту бензозаправку заезжать никто не запрещает, но машины как будто специально тянутся по улице Планерной мимо. Такая есть здесь и на Первой Дачной. На них нет привычных очередей к операторам. Услугу по заправке можно оплатить через терминал картой, выбрав самостоятельный вид и количество топлива. Сервис в Саратове не популярен. Владимир Смирнов из Энгельса назначил встречу на предмостовой площади. Он много лет занимается сдачей автомобилей в аренду. Отечественные от 800 рублей, иномарки от 1500. Сейчас самый сезон, машины все разобрали. Но переходить на популярный, в том числе и в столице, каршеринг в условиях Саратова бизнесмены не спешат. У нас протяженность все-таки Саратова и Московской области разные, во-первых. Во-вторых, у нас не настолько загружен город, как Москва. Нету таких пробок, нету МКАДа такого. И люди, если взять в аэропорту, так как он сейчас здесь расположен, и доехать вот до предмостовой площади, это занимает 2 минуты. И цена, к сожалению, автомобиля, даже если взять такси, стоит это 100-150 рублей. А каршеринг человеку, наверное, здесь в Саратове, он не актуален, нет смысла пока заниматься этим, брать это в каршеринг. Только прокат, да. То есть ему будет это дороже, чем такси, или дешевле? Дороже, чем такси будет. И нам, как предпринимателям, это будет дороже. А там, допустим, стоит 6 рублей минута. 6 рублей минута. Ну, если пробок нет, а с аэропорта доехать до предмостовой площади, сколько это минут займет? 5 минут, там, грубо, 30 рублей. Невыгодно. Невыгодно, да, очень невыгодно. Автомобиль заправляем мы, обслуживаем мы. Страховка, каска, все, налоги, все ложится на предпринимателя. По правилам каршеринга после поездки можно оставить машину в любой точке города. В нашем случае это может быть окраина заводского района.
Там она вряд ли будет востребована и уедет оттуда, скорее всего, на прилавок автомагазина в разобранном виде. Да и популярные в столичном регионе перехватывающие парковки в Саратове отсутствуют как вид. Попытка сделать что-то подобное была на привокзальной площади и на пустыре у здания бывшего речного вокзала. Но и в этом сервисе пока отказано. Кем-то брошен и слегка поношен. Гнутое колесо, отломанное сиденье. Образец работы велошеринга по-саратовски. Правила пользования довольно просты. Скачай, разблокируй, катайся. Видимо, кто-то скачал приложение, разблокировал, покатался и бросил велосипед в таком неприглядном виде в очень странном месте. На дороге, причем рядом еще и рельсы. Желтый прямоугольник на асфальте – это стартовая площадка, откуда можно начать движение по новому для Саратова сервису – желтом велосипеде. Вот только прямоугольники пусты, а двухколесный транспорт разбрелся по всему городу. Этот брошен на набережной. Ему тоже досталось ни сиденья, ни педали. Сканируем QR-код. Пытаемся получить услугу ценой 30 рублей за 30 минут поездки. Краскан пошел. Опа, разблокировался. Далеко на таком инвалидном аппарате не уедешь. Предприимчивые подростки решают его просто унести. А ведь сервису на момент съемки чуть больше 2 недель. Нормально работает, опять-таки, только велопрокат. Юрий Габрусев каждое утро выставляет всевозможные варианты перемещения по городу. Велосипеды, самокаты и веломобили. Есть даже такой образец – тандем. Среднее между велосипедом и роскошным лимузином для любителей экстравагантных вечеринок. Здесь все просто – заплатил и катайся по времени. А на переломанном велошеринге далеко не уедешь. У нас, значит, расценки 250 рублей в час. Я считаю, что это очень демократично, учитывая то, сколько мы вкладываем в технику. А в технику, поверьте, мы вкладываем, помимо того, что там все свои усилия, все свои знания, немалые средства. На рынке недвижимого имущества давно существует понятие трейд-ин. К примеру, для покупки новой квартиры можно отдать свою старую и доплатить разницу в цене. По словам депутата Леонида Песнова, в случае с техникой здесь это еще как-то работает, а вот с недвижимостью нет. Почему часто буксует эта схема? В отличие от, допустим, трейд-ин автомобилей, где оценка старого автомобиля, она ну, плюс-минус 50 тысяч. При оценке жилья ценовой показатель имеет другой порядок цифр. Речь может идти о сотнях тысяч, а иногда и более миллиона рублей, даже в условиях Саратова. Поэтому, конечно, сторона, которая предлагает в качестве частичной оплаты квартиру существующую, она, естественно, заинтересована в оценке выше, чем предлагает тот, кто продает новую. И здесь все объяснимо. Ну, так уж сложилось, что на саратовском рынке практически нет оценки дизайна жилого помещения, качества ремонта или его отсутствия. У нас пока дифференциация на качество жилого помещения, в отличие от, там, от более продвинутых городов, она неэффективна. Да и внедрение всех популярных в стране и мире сервисов не поможет приблизиться Саратову к столичному уровню. Здесь надо четко понимать, что, к сожалению, на сегодняшний день дифференциация не только уровня жизни, но и качества жизни в России она достигла, ну, наверное, такого разрыва, которого я, вот, прожив скоро уж как 60 лет, вообще не помню. Всегда центральные районы, столицы жили лучше, но вот такого разрыва именно качества жизни, качества окружающей среды не было никогда. И, наверное, то, что сейчас федеральный центр пытается это восполнить, мы уже там или 5-й, или 6-й год получаем деньги на развитие общественных пространств, на те же дворовые территории. Значит, но ведь упущены сроки, упущено больше 15 лет, когда эти работы вообще не проводились. Поэтому даже полную реализацию стратегии развития к 30-му году можно будет считать опоздавшей минимум на 15 лет. А к тому времени, может быть, и Wi-Fi заменит новый вид беспроводного подключения к сети. Но у нас он все же, наконец, появится.
На этой неделе у россиян был отличный шанс заглянуть в будущее. То самое, в котором люди будут трудиться лишь 4 дня в неделю, как предсказал недавно премьер Дмитрий Медведев. Вот только лишний выходной на этот раз пришелся на середину семидневки. И вообще это был праздничный день, День России. Праздник относительно новый. Современное название получил лишь 17 лет назад. До этого в стране праздновали подписание декларации о государственном суверенитете РСФСР, которая случилась в 1990 году. Знают ли саратовцы, что они отмечают 12 июня? Каково их отношение к этому дню? Есть ли какие-то традиции у нового праздника? С этими и другими вопросами о Дне России мы отправились на улицы города. А вы знаете, какой праздник послезавтра? Конечно. Какой? День России. А в чем его смысл для вас? Дружба народов. Угу. В основном. Всех, всего мира. Независимости. От кого? Друг от друга. По-моему, если не ошибаюсь, 12 июня была принята Конституция Российской Федерации. День народного единства. А в чем его смысл? Для меня нет такого смысла ни в чем. А есть какие-то ассоциации с этим праздником? Нет. Для меня в 91-м году закончились все ассоциации. Я говорю, я считаю, что был большой СССР, а сейчас коммунист. Маленькая Россия. Нет, я не коммунист, я вообще беспартийный. Я просто считаю, что у нас государство, которое не может свое наследие сохранять. А что бы вы сохранили из того, что было в Советском Союзе? Ну, что бы сохранил? Во-первых, сохранил бы то, чтобы не было бездомных людей, не было бездомных детей. Ну, наверное, Россия возродилась в этот день, сколько столетий назад. А в чем его смысл? Мы не учимся, в общем смысле. А вы знаете, какой у нас праздник в России послезавтра, 12 июня? Нет. День России. День России. Да. Студенты? Да. А вы знаете, какой праздник послезавтра? Конечно, на День России. А о чем он? Как о чем? Смысл? Солидарность, единство и что там? Все общее. День России – это наш день великой страны. Вот вы так патриот? Вот. Я? Да, я патриот своей страны. В другие страны и уезжать не хочу за никогда. За что вы любите Россию? За то, что у нас люди здесь, конечно, могут быть и немножко злые, но все равно мы все вместе, когда какая-то беда, вот даже если вспомнить войну, все сплочены, все вместе, все друг за друга. Знаете, какой праздник послезавтра у нас? Знаем, День России. А в чем его смысл для вас? Не знаю. А в чем смысл? В чем смысл праздника? Не знаю, ни о чем. Не могу сказать. А вы знаете, какой праздник послезавтра? День России. А в чем его смысл для вас лично? О чем этот праздник вообще? Я затрудняюсь, честно говоря, ответить. Нет, не знаю. День России. Нет. Ну, независимы мы вообще ни от кого. И люди должны жить счастливо и не зависеть вообще ни от кого. Мы живем сами по себе, мы устраиваем сами себе судьбу и должны... Ну, сами строить себе жизнь. Получается? Да. А вы ощущаете это как праздник? Вот, конечно. Отмечать конечно. Будете? Конечно, буду. Ага. Напьюсь, наверное. Ну, для меня этот день проведу с семьей своей. Потому что для всех России родина – это что это? Это семья. И чем ближе будет семья, тем веселее будет вот, наша страна. День независимости России. Да. А о чем этот праздник для вас? В чем его смысл? Ну, не знаю, от чего мы зависели до этого, я просто сам не понимаю. Это же день нашей Родины, так же, да? Создание России было одно государство, сейчас другое государство. А декларации государственного суверенитета слышали? Да, в 92-м да, году, я знаю. Ну, а чем у вас ассоциируется этот праздник вообще? Для чего нужен? Ну, сплочение народа, дополнительный выходной день. Вы чувствуете сплочение народа? Да, конечно. В чем проявляется? В дружбе, в товариществе. Смысл в том, что Россия – независимое государство со своими правами гражданина Российской Федерации. Вот ваши права как гражданина Российской Федерации насколько защищены сегодня? Как вы чувствуете? Ну, защищены, как сказать, в полном объеме. Мой ребенок пойдет в школу, будет учиться, будет получать знания в дальнейшем. Как-то отдавать свои долги государству. А вы знаете, какой праздник 12 июня? Конечно, знаем.
День независимости России. Да. Только с названием про независимость России, так и, наверное, и к этому посвящен праздник. А независимость от кого? Да от всех. В чем смысл? О, никто не знает, в чем его смысл. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий.